задачу разрушить этот мой стиль и прийти к абстрактному и графичному решению, более простых форм, которые для меня на тот момент было просто невозможно. Когда я начинала рисовать что-то абстрактное, мне казалось, что я рисую что-то непонятное, невнятное и бессмысленное. То есть я не видела и не понимала красоты и графики именно простой. Мы решили взять тему «Остров сокровищ», роман «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, потому что это также для меня тема достаточно сложная. Я всегда рисовала женщины и образы женские, нарисовать такое огромное количество мужских персонажей для меня действительно было очень сложно. И через какое-то время мы начали работать. С самого начала я стала искать стилистику. Каждый раз рисую портреты, каждый раз рисую их по-разному, но каждый раз делаю их анатомически именно реалистично. Я никогда не обращалась к тому, чтобы создать серию иллюстраций в одной конкретной стилистике. И долгое время мы с Дмитрием Владимировичем занимались именно тем, чтобы остановить меня на какой-то конкретной стилистике, остановиться, замереть и в этой стилистике выдержать достаточно большое количество иллюстраций. Чтобы именно серия была принадлежала одной теме и ее хватало для того, чтобы изобразить и описать рассказ или какое-то произведение. Было сделано огромное количество иллюстраций, здесь даже смысла не было показывать сколько, потому что это были просто сотни картинок на разных типах, на разные плотности бумаги, разные стилистики. Я порядка 8 одномичных первых месяцев носила каждый раз разные образы, каждый раз уже лишь делала мне замечание, что я никак не могу остановиться, выбрать стилистику, еще время идет, а я никак не могу выбрать, в каком же стиле я буду рисовать. При этом какие-то отдельные иллюстрации, его вполне устраивали, и он был готов остановиться на нескольких одновременных стилистиках, выбрать из них какую-то одну и дальше двигаться. Но не имея привычки, я продолжала и продолжала лепить новые стили. Тогда Дмитрий Владимирович решил поставить мне задачу создать 20 разворотов по той стилистике. Я, честно и искренне, не понимала, зачем мне это делать, потому что, как потом выяснилось, эти развороты, 90% этих разворотов не было использовано в книге, хотя они все были закончены. И он это сделал именно для того, чтобы добить меня в одной стилистике. Чтобы я наконец сделала все, и наконец-то все иллюстрации в одной стилистике, при том, что они несли разную смысловую нагрузку. Но, тем не менее, как я поняла, его задача, поставленная мне, удалась, потому что нарисовав огромное количество иллюстраций для того, чтобы прийти к 20 в одной серии, я все-таки наконец-то вышла на какую-то стилистику, которую впоследствии использовала для книги. Скажу сразу, макетов было много. Макетов верстки было 5 штук. Полных наборов иллюстраций для книги было 3 точно. И огромное количество эскизов, которые разбросаны были по всему рассказу. Самое экстремальное началось тогда, когда мы стали делать макеты именно уже в бумаге. Изначально мы хотели сделать развороты формата 20 на 290, то есть большие альбомные книги. Большие альбомные книги. Но когда мы посмотрели, как работает иллюстрация в таком формате, мы поняли то, что иллюстрация теряется рядом с текстом. Текст будет более контрастным, иллюстрация не выглядит, не имеет веса рядом с ней. Поэтому за очень короткие сроки до сдачи дипломного проекта было принято решение менять полностью всю верстку. Полностью изменить верстку, соответственно, изменилась верстка, изменилось количество иллюстраций в развороте, изменилось количество иллюстраций в полосе. Все иллюстрации нужно было в срочном порядке пересмотреть в макете и переделать их для того, чтобы они адекватно смотрелись в новом формате. К формату, к макету тоже пришли не сразу. Делали все по нам. Сначала я выбрала
когда отправляется испаньол, когда Сильвер будет включать черную метку, когда они встречают Бенгар. Все вот эти условные моменты я отметила, в какой они поверхности лежат, в какой странице они принадлежат. И исходя из этого, мы стали разрабатывать темпористику всего произведения. Разработав темпористику всего произведения, мы стали накладывать ее на макет, сверстный макет, уже сверстным текстом с принципиальными решениями для головы, для буквицы, для основного, для набора текста. То есть все уже было решено, и мы стали тогда внедрять иллюстрацию в макет. На ощупь, находя, где должно быть большее количество иллюстраций, где должно быть меньшее количество иллюстраций, соответственно, где больше накал страстей, где меньше накал страстей произведения, мы нащупали оптимальное количество иллюстраций для макета книг. После этого мы стали делать итоговые иллюстрации, привязанные к тексту, привязанные к макету, основанные на темпористике произведения. То есть произведение завязано под иллюстрации как по композиции, так и по смыслу. Вот. В итоге, изменив формат, мы получили книгу формата 155 на 210, в которой порядка 236 полос. Изначально, когда было 220 на 290, было меньше 200. То есть понятно, насколько все сместилось. Из экономической и стилистической целесообразности, поскольку иллюстраций получилось достаточно много, 28 разворотов, из них там порядка двух-трех полосных, 6 шнурцов на каждую часть и обложка, чтобы экономически это не превратилось в очень затратное мероприятие, мы решили прийти к черно-белой стилистике, которая прекрасно отображает при этом некоторую сухость и строгость произведения, потому что все-таки так или иначе роман про пиратов это все-таки ориентирован больше на подростков мальчишек, чем на девчонки. Поэтому скорее такая черно-белая графика должна здесь прийти по вкусу. Спасибо. Мне первый вопрос. Куда вся проектная часть, которую вы делаете? Начальные, куда это все делать? Еще 25 страниц записки. Потому что огромное количество времени я потратила для того, чтобы переделать книгу. У меня было 10 дней на то, чтобы полностью переделать макет, переделать все иллюстрации под разворот, переделать шнурцы, сделать обложку, все это залистать. Когда я стала листать текст, у меня поехали все сноски. Поехали все строчки, поэтому надо было все делать заново очень быстро. Когда я добралась наконец-то до записки, я успела сделать очень-очень сжато, чтобы показать, что есть макет, что есть решение иллюстрации, есть функции. Вот. Просто именно растекаться по древу, у меня уже просто не было времени. Иллюстраций было очень много. У меня с собой, наверное, четверть есть с собой сумки. Я могу просто сказать. Они при этом еще на кальке. То есть там вот такая папочка, и она еще вся при этом на кальке. И у меня две, и это только четверть. А это заново сделанный новый макет. Жаль, какие вы не могли. Изменили. Сколько пунктов сочинали? 10 пунктов текст. Набор. Да, набор. Но это по ГОСТу соответствует возрастной группе. Но это немножко изменено относительно того, что должно быть. Правильно величину макет? Да. Один в один. Да. Нет, по измерению 10 пунктов. Вот 70, 90, 16, я могу сейчас здесь посчитать, но у меня ощущение, что я должна быть немножко больше. Я, чтобы таких проблем не было, я специально выбрала
отношения, чтобы они все сделали нормально, и все, итоге, все равно какие-то косяки за ними не могли бы быть. Вот такие люди маленькие сейчас, реально маленькие. Просто даже для взрослого человека, для меня мало. Я начинаю сильно напрягать глаза, то есть много читать, долго читать, как бы книги очень тяжело. Но они очень долго занимаются печатью. Выложила 10 дней, то есть 3 дня на печать, у меня это было много. То есть я долго ждала, пока они напечатали. Когда меня напечатали, мне нужно было срочно бежать, показывать макет, готовый материал, и бежать потом, получать рецензию. Вот должен быть у нас 16 на 21 с половиной. Когда я смотрела размеры ГОСТа, там максимальный был 200... Чуть-чуть меньше, чем вообще. Чуть-чуть меньше. Немного. Нет, это не влог. Влог, да, я думаю. Да. Чуть-чуть. Может быть, действительно, на 4 напечатали. Как у вас, дешево влезло. Да, сэкономили на 4, да, они чуть-чуть делали. На самом деле, это очень вот для книги, я это сразу сказала, потому что он и так небольшой. У меня, да, в разворотах у меня подвижал текст, когда мне делали выносы с формата обрезки. У меня в разворотах теряли текст. Вот это издержка того, что пришлось срочно переверстать. Когда у меня было 220-290, таких вот, вот этой вот странички не было. У меня было все четко, ровно. Каждый шмут был на один разворот, перед ним не было. Но здесь сейчас перед переверстом появился один листик площадки. Вот перед последним, перед последней частью. Вы понимаете, я думаю, мне не хватило всем. Джимом, да, который в результате все-таки как-то
Сильвера перехитрил, да, и вот как результат Настя сейчас на защите с макетом, с планшетами и с презентациями, да. Но если о самом студенте, то сразу хочу сказать, что Настя талантливый человек. Она талантливый иллюстратор, она действительно может выдавать очень хорошие решения. Она тему как бы пропускает через себя, она как бы этим живет. Соответственно, работать поэтому с ней было действительно интересно. Мы сделали множество вариантов решений, мы как бы пытались выйти на материал, на цвет. В результате остановились на черно-белом движении карандаша, потому что у нас достаточно экспрессивно, умело все-таки его вытянуло. И я считаю, что ее проект в целом, не считая каких-то доработок, удался. Он действительно очень образный, запоминающийся и интересный. Поэтому, Настя, желаю вам и в дальнейшем не терять вот этого бойцовского духа, да, и добиваться максимального результата. Единственное, что вам обязательно нужно все-таки найти этот баланс между творчеством и дисциплиной. Если вы его достигнете, то у вас все будет хорошо. Поздравляю. Спасибо.